Хай-хай-хай, дорогие друзья! Нас ожидает тройной прыжок. Мемориал братьев Знаменских, Москва, 23-й год. Полетели! Алена Ульянова, на ваших экранах первая попытка. Что касается тройного прыжка в целом. На последних двух соревнованиях гости из Беларуси Виолетта Скворцова одержала победу. Может быть, сегодня Екатерина Конева сможет ответить, выиграв мемориал братьев Знаменских. Анастасия Матвеева готовится к своей первой попытке. Личный рекорд Анастасии 13:34. Хорошие условия созданы для того, чтобы был результат. Спортсменки совершают свои попытки по ветру. Двенадцать восемьдесят шесть. Результат Анастасии в первые попытки. Виктория Горлова, представительница Москвы. Мысли спортсменок должны быть направлены за 15 метров, тогда и прыжки на 14 метров будут получаться. Пока результат спортсменок не радует. Тринадцать ноль девять. Результат Виктории. Валерия Воловлякова, лучшая юная спортсменка, которая на своем юниорском уровне неплохо выступает. Скромный результат Валерии в первой попытке – 12:83. Дарья Недбайкина – стабильная спортсменка. На всех последних соревнованиях занимает третье место.
В район 14 метров прилетело. Четырнадцать метров, 14 сантиметров для первой попытки – прекрасный результат. Виолетта Скворцова выходит в сектор в хорошем настроении. Виолетта в первой попытке совершает заступ. Екатерина Конева. Сегодня созданы идеальные условия для хорошего результата. Прыжок в район 14 метров. Екатерина Конева в первой попытке прыгнула на 14.01, и это пока второе место в соревнованиях. Вторая попытка лидера соревнований Дарьи Недбайкиной. Во второй попытке заступ. Виолетта Скворцова готовится показать результат. Очень хороший прыжок. Снова Виолетта расстраивает всех российских спортсменок. Четырнадцать пятьдесят девять результат Виолетты, и это новый личный рекорд.
Расстроенная Екатерина Конева во второй попытке показала 14:05. Виктория Горлова, третья попытка. Дарья Нитбайкина готовится к третьей попытке. Не смогла добавить. 14:01. Результат третьей попытки. Не получается третья попытка у Виолетты Скворцовой, и результат сразу же на полметра ближе. 14:09. Третья попытка Екатерины Коневой. Екатерина продолжает находиться в расстроенном состоянии. Будут ли Виолетту Скворцову в дальнейшем приглашать на соревнования? Что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Пятая попытка Екатерины Коневой.
Эта попытка лучше. Екатерина вспомнила, как прыгать. Четырнадцать двадцать один в пятой попытке перемещается на второе место. Виолетта Скворцова от радости личному рекорду перестала прыгать. Пятая попытка. Так собой довольна, что ей уже ничего не хочется делать. Заключительная попытка Екатерины Коневой. Не получился прыжок. Итак, Екатерина Конева занимает второе место. Дарья Недбайкина становится бронзовым призером. А Виолетта Скворцова, расстроив всех российских спортсменок, выигрывает и эти соревнования. Друзья, хорошего настроения, здоровья, берегите себя и своих близких.